обворовывал лифт. Полиция разоблачила одессита, который проникал в машинные помещения с лифтовым оборудованием, взламывал навесные замки на дверях и похищал тормозные катушки. За каждую деталь в пункте приема металлолома злоумышленник получал около 900 гривен. 31-летнего вора поймали на горячем на поселке Котовского. Как выяснилось, такой бизнес он вел не в одном районе города, и на его счету около 9 подобных ограблений. Каким образом вы оттуда их? С помощью отвертки. Ломал замок и с помощью отвертки включил я. С какой целью? Чтобы сдать ее на металл. В других районах города работали? Да. Рассказывайте, где? На Черемушках, Малиновский район. Тоже таким же способом, да? Да, таким же самым способом. 31-річного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру згідно з частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує від 3 до 6 років ув'язнення. Слідчі дії тривають.